Всем привет! И вы снова на моем канале. Сегодня у меня видео крючковых процессов, и это будут салфетки. Сегодня мы с вами посмотрим салфетки. Вот такая вот стопочка у меня есть. Достаточно много здесь салфеток, и это салфетки не мои. На днях приезжали мои сестры, и одна из сестер увлекается вязанием, и она привезла мне эти салфетки. Она очень красиво умеет вязать, но не умеет блокировать. И я их постирала, заблокировала. А я воспользовалась моментом и решила показать вам эти салфетки. И сейчас я их уберу в сторону, и мы будем с вами по одной брать и смотреть. И начнем с большой салфетки, но простой в исполнении. Это салфетка из пряжи лилия. Очень красивая салфетка. Мне так нравится, когда салфетки вяжут и делают много пико. За счет этого она получается такая ажурная. Связана достаточно просто. Это ананасы. Тут маленького размера, тут побольше. И вот здесь посередине такая стилизованная звездочка. И сейчас я, наверное, возьму сантиметр, буду сразу мерить, чтобы примерно сориентировать, какие размеры у этих салфеток. Но, может, кому-то будет это интересно. От самой крайней точки вместе с пико до другой здесь 48 сантиметров в этой салфеточке. Вот такая вот салфетка, как я сказала, сделана из пряжи лилии белого цвета. И сейчас похожую салфетку вам тоже покажу, примерно такого же размера. Так, немножечко приподняла камеру, чтобы салфеточка входила в кадр, но, к сожалению, она все равно вся не помещается. Я еще своей сестре сказала, наверное, ананасы твой любимый узор, потому что тут настолько разное исполнение в этих салфетках именно этого мотива. Но, в принципе, все смотрится красиво, каждая салфетка по-своему красиво. И это такая большая салфетка, сразу скажу по размеру. Вот самой крайней точки 61 сантиметр, но она выполнена из той же пряжи, что и предыдущая салфетка. Это пряжа лилия белого цвета. И здесь есть в этой салфетке такие объемные узоры. То есть в ананасах выполнены такие вот кукурузы, да, как кукурузки их называют. Вот такие вот столбики объемные. И вот здесь в середине тоже цветочек или розочка тоже объемный. И, конечно, тоже много пико, который придает этой салфетке еще более, еще больше ажурности. И теперь я начну показывать вам объемные салфетки, которые она связала. Но они уже не такие большие, но достаточно красивые. И она долго не могла вспомнить название пряжи. И случайно, когда я, в общем, снимала у нее дома эти салфетки, я сказала, что похоже на пихорку. И она вспомнила, да-да, все эти салфетки связаны из пряжи пихорка. И вот эта салфетка тоже связана из пряжи пихорка. Правда, я не знаю из какой, но она сама как бы... она вяжет и вяжет, не запоминает название, ни метраж, ничего. Поэтому я не могу вам сказать. Я вам скажу, что эта салфетка имеет диаметр 27 сантиметров. Ну, возможно, 27,5. Она очень, девочки, такая объемная, очень толстенькая. Я отдалила камеру, может, вам не будет так хорошо видно, но вот здесь вот, и когда я боком ее поднимаю, то уже видно, насколько большой объем. Такие вот тоже кукурузки выполнены. И здесь такие вот вроде как колоски стилизованные. Здесь колоски поменьше, а здесь побольше. И вот здесь такие столбики, которые как бы возвышаются над самим полотном. То есть мало того, что идет полотно, но поверх него как будто бы еще и сеточка. Я один раз и вот ковер один раз вязала, и салфетку один раз вязала такую объемную. И, девочки, я не знаю правильное название вот этих вот столбиков и таких моментов, которые вяжутся объемными. Просто то, что я знаю, я буду называть. То, что я не знаю, я буду говорить просто объемный лепесток или что-нибудь такое. Вот.
Сестра моя вяжет очень и очень туго, девочки, ну настолько туго, что прям, знаете, распускать просто нереально. И вот эта салфетка тоже так же связана. В принципе, все салфетки связаны туго. А учитывая, что она еще объемная, рельефная, то это вообще прям, ее и крахмалить не надо, и блокировать не надо, она прям готовая. Но я, конечно же, их постирала и заблокировала. Для того, чтобы края, вот здесь тоже такие острые фестоны с пикошками, чтобы они были такие четкие и выраженные. А так, в принципе, она вот какую форму имела, такую и осталась. И даже после стирки она, как вам сказать, не помялась. Она вот как есть, вот такая и была. Вот я же говорю, только я вот эти вот фестончики как бы обозначила. Так, салфетка красного цвета. Ну, возможно, камера будет перевирать, я буду оттенки тоже называть. Еще одна салфетка, она маленькая, девочки, и ее диаметр 25,5 сантиметров. Тоже очень красивая, здесь очень много таких рельефных лепестков. И вот здесь вот красивые листочки. А листочки, вот видите, здесь все как бы взаимосвязано. Здесь есть определенный сюжет. Здесь использованы два цвета. Почему она выбрала два цвета, я не знаю. Могу сказать, что все эти салфетки она вяжет по платным описаниям. Возможно, в оригинале она была именно в таких же расцветках. Возможно, у нее были это просто остатки пряжи, не знаю. Девочки, вот интересно вам показать. Насколько плотная вот эта розочка. Вот смотрите, вот она вот какая как есть. Я ее сейчас пытаюсь сжать. Посмотрите, вот у меня даже палец белый становится, но я не могу ее сжать, насколько она плотно выполнена. Посмотрите, лепесточки какие. Сейчас я попробую опустить камеру и показать вам пониже. Посмотрите, какой цветочек. Посмотрите, насколько он плотный. Каждый листик настолько аккуратно и красиво выполнен. Посмотрите, какую форму они имеют. Вот здесь тоже все листочки объемные. Здесь я, кстати, не очень хорошо разгладила все. Ну, без очков тоже мне плохо видно. Вот сейчас вот смотрю через камеру, и я вижу вот такие вот листочки. Поверну ее немного. Посмотрите, насколько аккуратная работа. Единственное, конечно, на мой взгляд, но я очень слабо вяжу. Я бы немножечко послабее вязала такие салфетки. Но если бы они были связаны слабо, то, возможно, не передавалась бы вот эта вся красота вот этих объемных моментов. Смотрите, какие листочки. Все очень красиво и аккуратно. Так, и возможно, вот эти вот маленькие салфетки я сейчас буду при опущенной камере снимать для того, чтобы вы могли разглядеть все вот эти вот объемные моменты. Следующая салфетка. Ну, здесь, не знаю, здесь, скорее всего, не ананасы, хотя очень похожи вот эти вот детали, но больше похожи, конечно, на какой-то листочек. И здесь вот такая вот гроздь, которая тоже состоит из кукурузок и таких объемных столбиков рельефных. Могу сказать на свои ощущения, что эта салфетка связана из пряжи пихорка, жемчужная или что-то вроде того, потому что она имеет такую вот еще ниточку дополнительную вискозную, то есть немножечко с блеском. Такая красивая и настолько плотно. Вот, девочки, смотрите, я вот ее поднимаю, она даже никаким образом не сминается и не свисает. Очень плотная. Здесь надо еще кончик подправить. Хотя на других салфетках она прям очень хорошо кончики все заправила. Классная. Сейчас скажу по диаметру. 21 сантиметр. Ну, может, на пару миллиметров она больше. Такая вот салфеточка. Следующая. И эта салфетка, девочки, мне очень и очень нравится. В ней есть какой-то шарм или шик, я даже не знаю, как назвать.
несмотря на то, что цвета категорически не мои, и сочетание цветов мне тоже не очень нравится, но то, как она выполнена, это очень красиво. И такие интересные тут листья есть, разные. Есть вот такие вот листочки, они, ну, напоминают обычные листочки и форма, и все. А есть вот такие листья, это, девочки, не похоже на цветы. Смотрите, они состоят из множества маленьких листиков. Надеюсь, я не перекрываю вам вид. Вот видите, из множества маленьких листиков. А точнее, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одной стороне, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по другой. И всего 12, точнее 6 и 6 по обеим сторонам. Очень красивые листочки. Здесь есть вот такие вот интересные пико. Так, как вам показать? Смотрите, какие они такие объемные, они такие прям упругие. И вот здесь вот, девочки, еще у нее как-то выполнен такой элемент, как середина цветка. И мне кажется, что, знаете, это не связано, а как будто бы оплет идет вокруг какой-то нити. Прям очень красиво так и интересно. И он тоже прям достаточно такой твердый. Даже можно постучать, он настолько прям плотный. И тоже, как в предыдущей салфетке, из рельефных столбиков образуются такие листочки. И очень красивое закрытие здесь. И видно, что ниточка очень тонкая, похожа на пехорку ажурное или цветное кружево, что-то такое. Очень тонкая ниточка, и все очень плотно так связано. Тоже вот такие вот интересные листочки и пико по краю, очень много пико. И вот видите, я, кстати, вчера, когда все гладила, мне казалось, что вот этот листочек должен быть именно таким. А сейчас, когда я смотрю через камеру и надев очки, я вижу, что вот он должен быть, скорее всего, вот такой. То есть розовый идет позади, а впереди вот этот вот бордовый. В общем, эта салфетка мне как-то вот прям, знаете, запала. И сестра мне сказала, что выбери себе одну салфетку и оставь для себя. И я, возможно, вот эту выберу. Хотя под мой интерьер она никак не подходит. Но она вот как-то, я не знаю, мне запала. Так, следующая салфетка. Эта салфеточка тоже одна из моих любимых из этой партии. Она тоже очень интересная, в ней есть очень интересные такие сюжеты и моменты, которые мне прям очень понравились. Она сказала, что эта салфетка тоже выполнена из пряжи пехорка, но не знаю из какой. Я могла бы подумать, что пехорка цветное кружево, но мне кажется, она толстовата, девочки. Не знаю, возможно, я ошибаюсь. Тоже такая ажурная, очень рельефная, очень красивые элементы. И вот посмотрите, вот здесь, то есть практически от самого начала идет веточка, и которая переходит вот такие листики. Посмотрите, каждый листик здесь тоже выполнен отдельно, и он возвышается над всем полотном. То есть они как бы создают вот этот вот объем. Каждый листочек был вывязан отдельно. Каждый. Вот. Смотрите, здесь они уже становятся побольше. И в конце такие вот пикошки интересные. И здесь еще тоже, вот помимо угловых узоров, здесь тоже такие, ну я бы сказала, распускающиеся розочки. Даже между ними, девочки, есть такие интересные элементы. Смотрите, если я смогу вам показать, если будет видно. Смотрите, это какие-то маленькие цветочки. И туда внутрь вот как бы можно просунуть спицу. Состоят эти цветочки из 1, 2, 3, 4, из 5 лепесточков. Как вам показать бы, чтобы было видно? Вот такой вот цветочек здесь. Но он не лежит как бы на поверхности, а немножечко боком располагается. Очень красивый. Мне кажется, чтобы было видно всю красоту этой салфетки, это надо очень умело ее заблокировать, чтобы красота каждого листочка и каждого цветочка была видна и подавалась именно так, как было предположено узором. Здесь тоже есть вот такие интересные, как сказать, даже не знаю, девочки, объемные какие-то детали. Когда я занималась ирландским кружевом, там было очень много вот таких вот узорчиков. Здесь тоже идут кукурузки. Очень много объемных рядов. 1, 2, вот здесь вот 3.
Очень красиво. Вот эти вот шишечки тоже. Ну, я бы назвала их пико, но они такие прям очень объемные, как и здесь, впрочем. И само сочетание цветов мне тоже понравилось. Все цвета, которые я люблю, они между собой очень хорошо сочетаются. И салфетка тоже очень плотная, девочки, связана очень плотно. Вы, насколько может передать камера, тоже, наверное, можете ощутить, насколько она туго связана и очень аккуратно. Нигде нету никаких кончиков. Я сейчас покажу с изнанки, как она выглядит. Вот видите, нет нигде никаких ни кончиков, никаких узлов. Там, где одна нить переходит в другую по цвету, нигде ничего не видно. Очень аккуратно выполнено. Следующая салфетка тоже очень красивая и нежная. И салфеток из этого цвета у нее, по-моему, три есть, если я не ошибаюсь. Видимо, она просто купила эту пряжу и все извязала. Какие салфетки получились, такие получились. Это на ощупь, девочки, тоже похоже на пихорку жемчужную или что-то вроде того. Хотя она очень тоненькая, кажется. Не знаю, не буду вводить вас в заблуждение, но салфетка классная. Смотрите, какие бутончики на этой салфетке. Они прям вот отдельно идут, видите? Как бы возвышаются. И такие прям объемные. Я когда блокировала, пыталась вот так просунуть палец и как бы еще больше объема придать. Но насколько смогла, настолько и сделала. Смотрите, сам бутон состоит из 1, 2, 3, 4, 5, из 5 лепестков, да? И сверху еще вот такая вот шишечка тоже объемная. И между ними еще есть объемные столбики. И здесь еще есть объемные столбики. И меня особенно поразил вот этот край салфетки. Посмотрите, какой он красивый, насколько близко друг к другу и часто выполнены вот эти вот интересные элементы. Тоже все объемно так, все так аккуратно, все так нигде не сбивается, никуда не уходит. Я тоже ее блокировала, чтобы обозначить вот эти вот кончики, очень такие остренькие, фактурные. А так она, в принципе, вот после стирки, как она есть, так она и держала форму, ничем не изменилась. И вот эти вот края, и вот эти вот переходы от середины к краю тоже очень красиво смотрятся. Они как бы тоже состоят из трех объемных столбиков, которые заключаются в такую вот шишечку интересную. Даже на заднем плане вот эти вот ряды, девочки, они тоже объемные, рельефные. Красивая салфетка. Да, по размеру я не сказала вам и эту, и предыдущую. Так, здесь 28 сантиметров и 7 миллиметров. И серая, ну, возможно, я ее померяю по диагонали. Так, 39,5 сантиметров. Ну, так тоже покажу. От крайней точки до крайней 31,5 сантиметров. Так, следующая салфетка, которая мне напоминает лето. И я, девочки, ее не очень хорошо заблокировала, потому что она была влажная, и никак я не могла справиться с вот этими вот лепестками и с краями. Здесь очень много фестонов по краям, как видите. И каждый фестон надо было заколоть иголочкой к поверхности. И так как она была мокрая, еще туго связанная, она практически не тянулась. В общем, я все руки себе по иголками поисколола. И потом решила просто ее погладить и все. Для того, чтобы вот этот цветочек, он после стирки, девочки, превратился в бутон. Вот такой вот. И мне надо было его разгладить, потому что он должен в изначальном виде быть вот такой вот цветочек раскрытый. Тоже посмотрите, какая здесь плотная такая шайбочка, что ли, как ее назвать, даже не знаю. Такие тычинки, девочки, просто обалденно красивые. Они прям имеют такую ножку и наверху такая шишечка. И листочки, получается, это, наверное, лепесток, а это листик, потому что он розовенький, а тут зелененький. Но все это так красиво смотрится. И он, видите, отдельный. Просто здесь вязка, в принципе, он не пришитый.
Он просто так связан. Здесь идет филейная косая сетка, и на этой филейной косой сетке цветочек. Но он как бы кажется, что он отдельно. Тоже все так красиво, очень мелко. Но я все-таки сделаю замечание своей сестре, что она туго вяжет. Это ее бич, как она говорит, и она не может с этим моментом справиться. Она пытается как бы под моим руководством начать и вязать послабее, но, видимо, у нее уже набитая рука, и она опять начинает вязать туго. Она вяжет настолько туго, что у нее руки постоянно болят от вязания. И когда я ей говорю, почему ты мало вяжешь, она говорит, у меня руки болят. Я говорю, как могут от вязания болеть руки? Вот у нее, девочки, болят, потому что она туго вяжет. Вот здесь тоже такие интересные моменты. Знаете, здесь, девочки, здесь полотно как бы вяжется, как вам сказать, одно из другого вытекает. Одним цветом идет по низу, другим сверху. И вот здесь я еще обратила внимание на очень красивое закрытие края. Здесь, я не знаю, будет вам видно или нет, но здесь не просто обвязка столбиками без накида, а они какие-то напоминающие косичку, которая виляет как бы из стороны в сторону. И этим образует такой вот зигзагообразный край. Салфеточка летняя. Диаметр 25,5 сантиметров. Следующая салфетка тоже такого же цвета, как и до этого, которую я показывала, голубая, и такая же пряжа. Опять любимые ананасы моей сестры, но они тоже объемные, рельефные. Смотрите, вот я поднимаю салфетку. Она даже не свисает, не сминается, потому что связана очень плотно. Смотрите, какие интересные тут моменты. Очень красиво. Очень аккуратно, но очень-очень туго. Она практически вот не меняет свою форму. Ее можно даже не расправлять, просто вот так вот положить, и она уже лежит так, как должна лежать. Эта салфетка очень по рисунку похожа на предыдущую, за исключением вот этих вот краев. Тут нету таких вот листочков, которые я вам показывала, двойные. Но тоже очень красиво. Я очень много видела, что по этой схеме вяжут ковры, девочки. Прям вот узор один в один. Так, и это тоже пихорка, но такого цвета, я бы сказала, это коралл. Что-то такое. Ближе не к красному, а к розовому, что ли. Но очень красивый тоже цвет. Очень маленькая салфеточка. И ее диаметр 19,5 сантиметров. Красивая, рельефная, очень аккуратно выполненная. Вот так она выглядит с изнанки. Ага, поймала, что кончик не заправлен. Но ничего страшного, я его сама заправлю. Следующая салфетка, которая мне не нравится чисто визуально, да, но по качеству работы она, конечно, шикарная. Здесь тоже, посмотрите, очень красивые лепесточки, тоже двойные. Первая часть состоит из одного лепестка, а здесь уже три лепестка. Здесь, знаете, девочки, я могу отметить, что то, что связано вот этой вот светлой нитью, это нить потолще, а вот эта розовая нить, она потоньше. Поэтому, не знаю, как-то такая фактура интересная получается. Но эта салфетка, эту салфетку я не могу отнести к тем, которые мне понравились. Но она очень аккуратно тоже выполнена. Не знаю, труднее она была в исполнении, чем те или нет. Но, видите, пряжа толстая и вот эти вот листики, похожие на павлини или ананасы, опять-таки, они как бы... Ну, грубовато выглядит, скажем так. Но есть любители такого вязания, я бы сказала, не ажурного, а более такого, более капитального. Поэтому, возможно, кому-то такая салфетка тоже понравится. Вот. Следующая салфетка опять из такого же цвета пряжи. Мне очень интересен показался вот этот край. Смотрите, здесь, в принципе, тут он не трудно вяжется. Здесь обычные
арочки из воздушных петель, но они интересно выполнены. Впереди получаются розовые, темно-розовые, а сзади светло-розовые, но они в шахматном порядке располагаются и создают такой интересный край. И очень интересны вот эти вот моменты. Они как переплетаются, образуют такую звезду интересную. Посередине цветок тоже вот, смотрите, какие листочки объемные. Все тоже очень мелко, нить тонкая, связано туго, практически все не меняет форму, даже после стирки, как я уже неоднократно сказала. Красивая салфетка, красивого цвета, шикарно связана. И смотрите, что еще, на что хочу обратить внимание, то, что здесь идет вот этот вот зигзаг одной вязкой, тут рельефные столбики идут. А тут идут уже какие-то шишечки или кукурузки, как мы их называем, как бы меняются, да, то есть нижний край звезды одной вязки, а верхний край, то есть сама вот эта острый кончик, он из другой вязкой уже связан. И здесь тоже есть лепесточки. Так, ну-ка попробуем посмотреть, да, тоже объемные, классные, красивые. Красивые салфетки, очень много труда в них вложено, очень много стараний. Так, и вот одна салфеточка не объемная, а просто очень красивая и нежная, связанная из пряжи пихорка. Так, я и с изнанки ее показываю. Связанная из пряжи пихорка, цветное кружево. Очень тоненькая, очень изящная, очень ажурная. Узор тоже, хоть здесь нет пико, но он так хорошо смотрится. Вот эта сама пряжа, она как бы имеет небольшой такой лоск. Классная, ну что сказать, что много говорить о ней, скажу только диаметр. Так, 30 сантиметров. Я для себя сейчас, пока у меня была пауза, делала вывод, что очень хороша она для салфеток будет и вообще для любого вязания крючком, возможно, для ирландского кружева. Из такой пряжи, мне кажется, и классное летнее платье получится. Так, следующая салфетка. Эта салфетка прям такого ядерно-яркого цвета, возможно, малинового, возможно, фуксия. Я не специалист по называнию цветов, но она очень красивая, яркая. Опять ананасы, любимые ананасы. Серединка ананасов состоит из кукурузок. Такие интересные грозди, девочки. Смотрите, здесь идет одна гроздь, из-под нее выходит другая гроздь. Потом переходит все ананасы, и в конце все в такой бутон или веточку. Я не знаю, как назвать. Здесь цветочек, скорее всего, да, потому что два лепестка, и середина здесь уже идет цветок. Возможно, когда моя сестра покупала мастер-классы, ну даже невозможно, а скорее всего так и есть, у каждой салфетки было свое название. Сейчас она эти названия не помнит, я, к сожалению, их вообще не знаю. Так, и здесь идет у нас 28 сантиметров. Салфетка очень красивая. Смотрите, девочки, интересный момент. Из-за объема вот этих вот всех вокруг стоящих узоров серединка практически поднимается над поверхностью. То есть, если мы ее опустим, если вам видно, видите, она не опускается прямо до самого стола, да? Вот так вот она выглядит. Тоже абсолютно не поменяла форму после стирки. И опять-таки я вот только сделала вот эти вот острые кончики, припарила их немножко. А так все как было, так и осталось. Еще одна голубая салфетка из той же пряжи, которую я ранее показывала. Опять ананасы, но они немножечко выглядят по-другому, потому что внутри ананасов есть еще такое павлинье перо. Тоже очень из мелких элементов состоит. Посмотрите, павлинье перо, а внутри еще одна какая-то шишечка, которую практически невозможно достать. Здесь узор переходит такую красивую арку, тоже очень объемная, рельефная и красивая. И вот здесь цветочки в арках, смотрите, тоже состоят из двух лепестков. Если можно увидеть. Я стараюсь вам показать, девочки, но как бы немножечко сомневаюсь в возможностях своей камеры. Поэтому хочется вам показать все как есть, и я стараюсь.
Смотрите, все такое вот объемное. Из двух лепестков состоят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 таких вот, ну, может, это тычинки. Середина тоже очень красивая. И даже вот эти арочки из воздушных петель, которые обрамляются столбиками без накида с пико, они не просто лежат, они прям такие вот стоячие и тоже создают объем. Класс, классная салфетка. Следующая салфетка, она, девочки, я сначала думала, что она просто, ее нужно постирать и отбелить. Нет, девочки, это салфетка, я бы сказала, цвета слоновой кости. Из пряжи здесь уже, я уверена, пихорка жемчужная, потому что здесь тоже проскальзывает вискоза. Она такой небольшой блеск имеет и тоже очень плотно связана. И мне кажется, тут еще сыграла роль, что пряжа толще, чем на других салфетках. Это тоже для любителя, потому что есть люди, которые любят такие ажурные, как бы слегка намекающие на какую-то салфетку вещи. А есть люди, которые любят более капитальные такие предметы декора. И это именно тот предмет. Она более толстая, более, ну, как грубоватая. Но здесь тоже очень красивые объемы, тоже очень много рельефных таких элементов, которые объединяются и по сюжетной линии образуют такие вот тоже красивые цветы. И этих цветов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И по диаметру эта салфетка составляет 31 сантиметр. Вот такая вот салфеточка. Еще одна салфетка из такой же пряжи, тоже цвета слоновой кости. Или, может быть, она слегка кремовая, но она не белая. И тоже очень много элементов. И тут вот, девочки, по причине грубости пряжи вот эти вот красивые элементы практически не виданы, потому что они пропадают в объеме самой пряжи. Она, как бы сказать вам, не гладкая пряжа, а немножечко пухлая. А пухлость этой пряжи как бы облегчает вязание, но в итоге сама работа получается немножечко смазанной. Конечно, работа шикарная, все выполнено отлично. Смотрите, вот здесь я не смогла хорошо тоже заблокировать, потому что вот эти вот красивые элементы просто утонули у меня. Вот здесь тоже идут ананасики. Вот этот момент, вот этот узор я назвала корона. Он очень похож на корону. И очень красивый узор. Вот эта переплетающаяся сеточка. Когда-то очень давно, когда я вязала салфетки, и салфетки пользовались большой популярностью, я вязала их на заказ. У меня была салфетка, и края этой салфетки состояли из таких арок, и каждая арка внутри была связана вот такой же сеточкой. И мне сразу напомнило это мою юность, когда я вязала, и как это было интересно. Выглядит вроде бы так достаточно сложно, но вязалось очень хорошо, комфортно для меня. Тоже красивые такие кончики, тоже состоят из листиков и маленького-маленького такого цветочка. И, конечно же, пико. Неизменные ажурные пико. Очень красиво смотрятся вот эти вот дорожки объемные, которые обрамляют вот эту вот часть, сеточку. Очень красивые, объемные, крепкие, такие тверденькие. В общем, эта салфетка тоже из разряда таких грубых, немного рустикальных, как бы, но на каждое изделие есть свой любитель. И эта салфетка, которая тоже мне наиболее понравилась по своему узору и по своей пряже. Очень красивое и нежное сочетание розового с белым. Красивенный розовый цвет. И тоже вся салфетка выполнена из объемных столбиков. Если я не ошибаюсь, они называются кластеры, девочки. Смотрите, весь, вот, допустим, возьмем вот этот лепесток, весь он выполнен из объемных столбиков. Каждый столбик состоит, даже трудно посчитать, из скольки рядов, но я посчитаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 рядов.
То есть множество столбиков и 20 рядов составляют вот такой один листочек. Он тоже обрамлен такими столбиками без накида белого цвета, самыми простыми столбиками. Еще интересно, вот эта вот часть, такие интересные шишечки выполнены. Как знаете, у подсолнуха бывают края, вот очень похожи. Тоже очень красивая и нежная салфетка. Тоже ее постирала, девочки. Вот смотрите, я ее приподнимаю, и вы можете увидеть, насколько она держит свою форму. Красивая, нежная, очень интересная. Вот так она выглядит с изнанки. Совсем не видно переходов, совсем не видно обрывов нити. И сейчас я вам покажу еще одну последнюю салфетку. Но для этого мне нужно будет приподнять камеру, потому что она самая большая из всех. И все равно, конечно же, я была уверена, что она полностью не влезет, в экран. Здесь опять любимые ананасы моей сестры. Салфетка достаточно простая, выполнена из пряжи Yarn Art Bright, то есть с люрексом пряжа. Она, по-моему, полиамидная, если я не ошибаюсь. Пряжа, знаете, для одежды, конечно, так себе. Она у меня была и лежала долгое время. Я даже, кстати, по-моему, сейчас она у меня есть. Я вот не знала, что из нее связать. И вот эта салфетка тоже меня впечатлила тем, что я подумала, я могу связать себе тоже. Конечно, узор ананаса я не очень люблю. Я бы для себя выбрала немножечко другой. Но сама салфетка шикарная. После стирки, девочки, мне кажется, что нитка стала более блестящая. Я еще погладила, и когда я прям утюгом проглаживала, нить прям вот, знаете, как будто бы вот там, где проходил утюг, она становилась еще более блестящая. Покажу, попытаюсь показать вам с середины, а там уже вам будет понятно. Так, вот она середина, девочки. Здесь идет первый ряд небольших ананасов, затем косая сетка филейная, ананасы и опять ананасы. И заканчивается опять все филейной сеткой. Ну, в принципе, тут по ней говорить много нечего. Я сейчас замерю диаметр этой салфетки. Я бы сказала, это небольшая такая скатерть на круглый стол. Хотя можно и не на круглый, можно и на другой тоже. 86 сантиметров. Она тоже поглажена, тоже выполнена очень аккуратно, очень все туго и крепко связано. Тоже не поменяла форму после стирки, но после проглаживания и после стирки блеска стало гораздо больше. И эта салфетка, скорее всего, для любителей таких более нарядных вещей. Кто любит дорого-богато, золото и серебро, это прям самое то и есть. Ну вот, девочки, на этом я показала вам все салфетки моей сестры. Она, возможно, тоже посмотрит это видео и посмотрит на свою работу со стороны. Возможно, кого-то тоже вдохновит это видео на салфетки. Сразу вам еще раз скажу, я уже говорила, что схем на эти салфетки у меня нет. Но если я спрошу у своей сестры, она покупала эти мастер-классы, возможно, у нее остались схемы, и я думаю, она без проблем поделится, но не гарантирую это, то, что так и есть. Поэтому просто показала вам. И на этом все. Хочу пожелать вам легких петелек, прекрасных изделий. Всего самого наилучшего. Всем пока!